столешницы из кварцевого агломерата «Макс-Топ». Для того, чтобы приобрести столешницу «Макс-Топ» из кварцевого агломерата, достаточно связаться с сервисной службой компании по телефону. Операторы уточнят у вас все необходимые детали будущей столешницы, ее размеры, форму, комплектацию. Сообщат, сколько и какого размера необходимо приобрести столешниц в магазине, а также ориентировочную стоимость работ по их установке. В согласованный день бригада монтажников произведет установку столешниц прямо у вас дома, под вашим контролем. Бригадир откорректирует все расчеты в соответствии с вашими реальными размерами кухни, согласует с вами все необходимые работы, выслушает ваши пожелания, пересчитает стоимость. Для дальнейшей установки сначала необходимо подготовить основание столешницы, проверить горизонтальность и вертикальность соответствующих несущих оснований мебели. Далее непосредственно на столешницу карандашом или чертилкой наносятся необходимые линии разреза. Затем составляется план резки. Используя струбцины или термопистолет с клеем-расплавом, на столешнице закрепляется направляющая для резки или специальная направляющая шина ручного кругопильного инструмента. Для раскроя столешницы из кварцевого агломерата используется дисковая пила с алмазным диском. При изготовлении радиусного элемента срезаем угол алмазной фрезой 6 мм по заранее изготовленному шаблону. Затем по радиусу на 6 мм меньше изготавливаемого с внутренней стороны срезаем подложку. По размеру длины дуги изготавливаем кромку из специального материала для кварцевого агломерата «Макс-Топ» и проверяем, чтобы она точно примыкала к срезу без щелей и зазоров. Электрофеном или другим нагревательным элементом разогреваем кромку до эластичности материала 100-170 градусов и фиксируем один край, последовательно через 8-10 см остальную часть кромки, придав необходимую форму, и оставим до полного остывания. Наносим клей и прижимаем к радиусу подготовленную дугообразную кромку и ждем полного высыхания, минут 30-40. Для вырезания отверстий под мойку или варочную панель на столешнице следует нанести контур выпиливаемого отверстия. Если мойка или панель комплектуются установочным шаблоном, следует его использовать для нанесения разметки. Применив электрическую дрель со сверлом по стеклу и керамике, просверлим отверстие в углах прямоугольного выреза, круглом – одно отверстие. С таким расчетом, чтобы готовое отверстие не заступало за внешнюю кромку контура отверстия под мойку. С помощью электрофрезера с алмазной фрезой или пилой с алмазным диском с равномерной скоростью вырежем по контуру необходимое отверстие. Затем проклеим алюминиевую отражающую ленту по всему периметру вырезанного отверстия. Лента должна проходить по верхней кромке выреза и располагаться в местах соприкосновения столешницы со встраиваемыми предметами. Соединение столешниц производится при использовании резьбовых стяжек с последующим заполнением шва специальным клеем «Макс-Топ». В местах стыковки столешниц метятся центры отверстий для установки втулок. Используют электродрель с биметаллической коронкой диаметром на 1 мм больше диаметра втулки. Перпендикулярно столешнице производятся вырезы в размеченных местах. Отверстия прорезаются только в полимерной подложке, не повреждая при этом искусственный камень.
после чего, используя стамеску, из отверстий удаляется полимерное основание. При помощи электрогрели со сверлом по стеклу и керамике диаметром 10 мм со стороны стыкуемой кромки проделываются отверстия для резьбового соединения, в которые вставляются резьбовые стяжки. Поверх них с применением клея для дополнительной прочности устанавливаются втулки, после чего стыкуемые подготовленные части столешниц располагаются в непосредственной близости друг от друга и поступательно совмещаются. С помощью гаечного ключа столешницы притягивают друг к другу. Проверив линию шва от перепадов по высоте, резьбовое соединение ослабляется для заполнения шва специальным клеем «Макс-Топ». Затем резьбовое соединение затягивается, максимально четко подгоняя шов. После полного высыхания всех клеевых швов, используя роторную эксцентриковую шлифмашинку, отшлифуем только те места, где применялся клей и кромки из специального материала для кварцевого агломерата «Макс-Топ». Остальную поверхность шлифовать не требуется. Фиксацию столешницы проводим с помощью монтажных перфорированных уголков пластин саморезами. Для крепления пристеночного бортика можно использовать клей «Макс-Топ» соответствующего артикула или силиконовый герметик. В завершение осталось поместить в столешницу встраиваемые элементы – мойку, смеситель и варочную панель. Продукция британской компании «Макс-Топ» это безупречные глянцевые поверхности с блестящим зеркальным эффектом. Они изготавливаются из одного из самых прочных материалов, а их использование придает интерьерам уникальность. Величественный, как мрамор, крепкий, как гранит, нежный, как шелк. Шелк в камне – это столешница «Макс-Топ».